принципе, это разумная мера, потому что 30 тысяч рублей для звезд – это вообще не деньги. Конечно, есть люди, которые ограничены своими финансовыми возможностями, и, может быть, для них это будет неким дополнительным еще элементом, чтобы подумать, а стоит ли разводиться. А может быть, за то время, пока не думают, и семейные отношения наладятся. И повысится и рождаемость в нашей стране, и все будет хорошо.